гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Виктория, пожалуйста. Ради бога, пожалуйста. Не пойдет туда. Я пожалуйста. Хочу, я слышала от людей, которые представляют олигархический режим в Украине, что нужно вступать в антивоенные движения. Пожалуйста, движение «Антивойна», несколько уголовных дел открыто. Ну, на допросы хожу. Движение «Антивойна». Завтра, кстати, матери у нас возле Верховной Рады 2 июля собираются и выходят с плакатами «Остановите войну на Донбассе». Ну, не знаю, сколько они там продержатся. А теперь хочу вернуться все-таки полтора года назад. Очень много крика. Я понимаю, надо отрабатывать деньги олигархов. Я понимаю, надо отрабатывать деньги олигархов. Мы вас услышали, вопросов нет. Я живу в городе Киеве. И я, вот. Это 86% населения, которые ненавидят вас сейчас за то, что вы убиваете людей. Вы даже не сказали вот этому ребенку, вы даже не сказали. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Анечка, дай, пожалуйста, мне. Дай, пожалуйста, мне малышку. А ну, смотри на нее. Вот. Смотри. Смотри на нее. И ты смотри на нее. Смотрите на нее. Вот кого вы калечите, кого вы убиваете. Посмотрели? Посмотрели? Жалко. Посмотрели на него? Вот таких детей, несколько сот. Посмотри, жалко ребенка или нет? У нее убили девочку, 11-летнюю. Разорвали пополам. Я рассказываю. Смотри, вам жалко ребенка? Ребенка жалко или нет? Посмотрите на людей. Так. Константин. Уважаемые господа. Уважаемые господа, я хочу договорить, Пожалуйста. Посмотрите на их лица. Им нужно отрабатывать доллары или евро, я не знаю. Можно я скажу? Да, вот. Нельзя Константин, так говорить. Константин. Посмотрите на эту женщину, этого мужчину, который говорит, что я показываю ребенка, у которой погибла сестра. Они говорят, это цирк. Для них это цирк. Это ваш цирк. Для них это цирк. 10 тысяч мирных на Донбассе, несколько сот детей. Не это цирк. Войну. А теперь я вам не хочу. Выходите завтра с нами 2 июля под Верховную Раду. Вы каждый день насилие. Сидите на всех украинских каналах. Почему меня ни разу не пригласили туда? Почему? А знаете почему? Потому что я под уголовным делом хожу, да. А вы здесь выступаете. Да. А мы слова правды не можем сказать. Уважаемые наши гости с Украины, я понимаю, что очень много эмоций, и в этой студии эмоции, это неудивительно. Я согласен с вами. Я за корректность, Вадим. Вадим, я за корректность. Но я за то, чтобы все-таки все мы помнили, что сейчас нас смотрят не только миллионы телезрителей, но и наши гости, которые нашли в себе силы в эту студию приехать после всего того, что произошло в их жизни.